Все взятые обязательства будут выполнены в полном объеме. В Нягане принят бюджет города на 2023, 2024 и 2025 годы. Ежегодные доходы и расходы в ближайшую трехлетку будут на уровне 5,5-6 миллиардов рублей. Документ утвержден местным парламентом единогласно. Как отметил глава Нягани Иван Ямашев-Ирсталса, главный финансовый документ муниципалитета в непростых геополитических и экономических условиях, но традиционно остается социально ориентированным. В основе 9 государственных и 18 муниципальных программ, предусматривающих всестороннее развитие города и направленных на повышение качества жизни няганцев. В 2023 и 2025 годах Нягань будет участвовать в реализации 5 национальных проектов. Это демография, образование, культура, жилье и городская среда, малое и среднее предпринимательство. Путем реализации 7 региональных проектов, которые входят в состав нацпроектов.